Соревнования для тех, кто любит погонять мяч во дворе. В последний месяц лета в городе проходит отбор участников на Всероссийский фестиваль дворового спорта в Самаре. На спортивной площадке у дома на улице Маршала Василевского во вторник проходили состязания по мини-футболу. Этот проект и этот отбор проходят сегодня в рамках «Чемпион 37». Это наш муниципальный проект, который направлен на пропаганду здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта на территории города Иваново. Проект комплексный, предполагает себе несколько направлений деятельности, в том числе и проведение открытых тренировок с нашими чемпионами, с тренерами, с представителями Федерации по видам спорта. Гость этого мероприятия – президент городской федерации футбола Михаил Александров. С ребятами он обсудил самые азы. Например, почему, чтобы стать футболистом, важно уметь жонглировать мячом. Рассказал, как грамотно дать и принять пас. Футбол, и это показал чемпионат мира сейчас у нас в России, вот, что он пользуется большой популярностью среди населения. Увлеклись даже женщины, вот, дети. Вот. И поэтому надо эту волну поддерживать, как говорится. И наша основная задача как раз состоит в этом. Эти мальчишки влюбились в футбол еще до чемпионата мира. Многие занимаются в клубе по месту жительства «Восток». Я с детства пошел, как-то заинтересовался. Потом сколько я уже, год, наверное, 4 примерно, «Восток» туда хожу, занимаюсь. То есть как-то очень нравится и постоянно хожу. Как не позвонят или напишут, я прибегаю сразу на любые все соревнования. Особенно мне нравится футбол и городки. В Самару на фестиваль дворового спорта от Иваново поедут 6 команд. Ребятам предстоит проявить себя в мини-футболе, волейболе, притягивании каната, беге, отжиманиях и подтягиваниях. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.